Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Королевство Коротышек. Это наша третья часть. Так, ну что ж, мы сейчас находимся в зеленой зоне и попробуем победить вот этих вот монстров. Вызываем призрака. Так. И также, конечно же, я думаю, сейчас нужно будет вызвать нам ураган. Так, все, победили. Взяли мы посох небольшой. Так, тут у нас проблема. Проблема заключается в том, что призрак у нас слабый достаточно. Так, восстановление делаем, восстановление. Так, и у нас осталось два врага. Так, ну в каждой новой серии у нас добавляется еще один враг. Здесь мы смотрим. Так, давай его побьем. Давай. А, отлично, быстро восстанавливаемся. Восстанавливаем силы. Быстрее. Вызываем призрака. Восстановили очень, как-то слабо восстановилось. Ну ладно. Хорошо, что хоть не проиграли. Так. В арсенале у нас тут ничего нету. Сейчас посмотрим. Угу. Да, здесь мы ничего не можем такого собрать интересного. Ну что ж. Ладно, попробуем в следующий раз посмотреть. В бою, я надеюсь, сегодня сейчас выпадет нам сундук. Так, ну сейчас посмотрим. Так, рыцарь, давай. Так, вызываем призрака срочно, потому что у нас тут два таких вредных... все, косточки разлетелись. Два вредных ежика. Так, и мухомор. Ну, мухомора мы сейчас победим, я надеюсь. Так, ладно, давай вызовем. Вызовем нашу метель. Ураганчик есть. Так, ну сейчас нужно сейчас быстро призрака. О, нифига себе растение, смотри какое. Оно много на жизнь? Ой, оно много жизни съедает. Вот, все, уничтожили нашего рыцаря. Так, давайте мы сейчас победим и попробуем в следующего врага запустить смерч. Так, а у нас тут два ежика, сейчас мы попробуем их запустить. И попробуем. Так, есть один. У нас лук выпал. Быстро собрали. Супер. Мы собрали лук. И я надеюсь, у нас что-нибудь... Да, есть. В арсенале мы сейчас что-нибудь будем собирать. Так, у нас лучницы. Да, мы сейчас... Вау, новый предмет. Смотри. Из двух костей сделан лук. Это крутой лук. Ну что ж. Я надеюсь, лучница наша вообще будет очень сильная. Так... Почему у нас так мало сундуков? Один раз нам... Ух ты! Смотри, у нее суперспособность. Два выстрела. Так, мы это сейчас проверим. Так, ну этого мы побеждаем быстро. Сейчас мы попробуем два выстрела. Во, давай попробуем. А ну, есть. Смотри, ой, супер сундук. Это клево, очень клево. Сундук попался. Так, давай срочно нам призрака вызывай. Слушай, а вот это круто, внес сверхспособность. Это очень крутая сверхспособность. Шапочка, клево. Так, а ну мы его так сейчас победим, в принципе. Ух ты, посох у нас. О, ну мы сейчас нормальный посох соберем. Так, давай выстреливаем, и нам нужно срочно... А, подлечиваемся. А я не заметил, нашего рыцаря уже убили. Ну и ладно. Так, сейчас мы победим это растение ужасное. Смотри, какие у него ноги у растения. О, потрачено. В смысле, мы не выиграли? Так, а если у нас призрак остался, это ничего не значит. Так, смотрим сокровища. Так, опять эти ключи. Какие же они быстрые это, а? Опа, есть один замочек. Второй и третий. Опа. Вау, смотри, у нас и два меча есть. Ух ты, ну сейчас мы нормально экипируемся. Так, заходим в наш арсенал, смотрим. Вау, мечи, смотри. Опа, и новый меч. Опа, офигенный меч, какой он красивый. Так, дальше, кто у нас еще? Лучница, давай, собираем. Опа, лук, блин, не получилось у нас лук собрать. Ну ладно, это самый мощный лук у нас. Так, по шапочкам, мы сейчас попробуем шапочки собрать. Так, такая шапочка есть. Ага, вот, смотри, собираем шапочку. Вау, новый предмет, вообще крутая каска. Так, мы еще сюда поставим, это у нас второй уровень. Так, дальше у нас волшебник. У волшебника у нас есть посох. Так, собираем один посох и вот этот. О, у нас сразу крутой посох получился, нифига себе.
Так, по шапочкам у него ничего, пусто. Ну что ж, попробуем, давайте, наши коротышки. Попробуем сразиться. Так. Так, у него есть защита, смотри, это очень крутая сверхспособность у рыцаря у нас. Так, этого побеждаем быстренько. О, как быстро мы справились. Так, сейчас сделаем защитку. А, пока, в принципе, пока не надо. Так, давай, стреляем. Опа, нифига себе, вот это мощные выстрелы. Так, ну этих мы сейчас победим. Мы сейчас сделаем, наверное, такую защиту. Так, и попробуем в защите его уничтожить. Так. Давай вызовем огонь такой. Он сейчас поджарится, наш мухоморчик. Все, он сгорел. Здорово. Так, ну этого мы сейчас быстро, в принципе, победим. Шляпы подобрали. Так, и... А вот это здесь надо стрелять. Защита, защита, быстрей. Есть. И давай. Огонь, огонь. Поджарим. Есть. А как они на моего рыцаря убили, если он был в защите, интересно? Защита не помогает, смотри. Какая-то странная защита, ага. Так, в рыцаре, я играл в рыцаре во второй части, там защита хорошо срабатывала, не знаю почему. В третьей части они почему убрали это все. Угу. Так, ну что ж, продолжаем играть. Так, ну этих мы, а, ну в принципе этих мы победим, но хотя лучше выстрелить. Вот так, а видишь, какой он все равно сильный, сильные вот эти вот ежики. Так, этому мы сейчас огонь сделаем. Так, поджарим нашу колбаску. Нашего такого змея Горыныча. Так, так, здесь берем. Ну, в принципе, давай защиту возьмем. Быстро-быстро защиту. Не знаю, помогает защита. А, защита только на него действует? Или что, я не пойму. Так, давай, стреляй в него. Что-то он как-то неубиваемый. Так, ну и что ж. Сейчас нам нужно огонь. Быстренько поджигаем. Не знаю, справимся мы сейчас с этим растением или нет. Как вы, ребята, думаете? Так. Ну давай. О, давай, стреляй, стреляй быстрее в него. Есть, есть, есть. А-а-а, убили. Давай, давай, волшебник. Есть, клёво, мы прошли. Так, ну у нас, смотри, есть что-нибудь профессиональное? Да, конечно. Мы сейчас посмотрим. В нашей лучнице есть новый лук. Так, собираем зелененький-зелененький. И костяные мы сейчас соберем. И получится. Ух ты, какой интересный грозный лук. Смотри. Как будто железный какой-то. Так, ну что ж, продолжаем играть. И посмотрим, что сможем ли мы здесь. Какие у нас силы. Ух ты. У нас добавился какой-то кабанчик. Так, сейчас проверим. Так, кабанчик сильный или нет? Мне кажется... Ой, он убежал даже. Да, кабанчик что-то мне как-то не очень. Не заходит. Так. Огонь. Мне кажется, пистолеты, когда были улучшены, это было поинтересней. Кабанчик так себе. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас еще кабанчика выпустим. Давай, кабанчик. Есть. Ну, в принципе, кабан тоже отнимает нормальное здоровье. Ну, как бы он ненадолго у нас. А, быстрее защиту. Защиту включай. А, он пока не останавливается, он защиту не включит. Ну, хоть этим ребятам защиту дал. Так, это у нас еще последний был. Все, победили. Хорошо. Смотри, сила у лучницы 14 тысяч, а у рыцаря только 6. 700. Угу. Так, арсенал. Что у нас там по арсеналу? Сейчас посмотрим. Так, ага. А, вот эти шапочки. Ну, в принципе, шапочки никуда их не денешь. Так, здесь тоже шапочки, в принципе. Вот так мы сейчас поставим. А, нет, подожди. Вот первый, вот второй. Дальше. У этого волшебника. Тут ничего интересного нету. Так, а почему он так не встает? Так, ну, давай дальше. Дальше посмотрим. Ой, этот тяжелый уровень какой. Давай, поехали. Так, сейчас посмотрим. Ух ты, что это такое? В новом месте каком-то мы находимся. Ух ты, нифига себе, скелеты какие мощные, а? Какие у них мечи интересные, зеленые. Так, справились. Мне сейчас, наверное, кабанчика надо. Ой, смотри, какой большой паук, какой фиолетовый, а? Давай, кабанчик. Есть, молодец, кабанчик, спасибо.
Так, опять два скелета. Быстренько берем защиту. Так, и, наверное, мы их сейчас поджарим огоньком. Скелеты мощные, да, попались? Угу. Так. Ой, нифига себе. Три скелета. Надо было сюда огонь. Сюда огонек нужен был. Ладно. Так, сейчас мы... А, о, сундук. Быстрее, быстрее, быстрее. Берем сундук. Давай, поджигаем. Есть. Главное забрать сундук. Есть. Мы забрали сундук. Это круто. Так, давай нашего кабанчика. Да, в сундуке будет много всяких штук. Сейчас мы откроем сундук и посмотрим, что же там у нас есть интересное. Так, давай, поджигай, поджигай быстрее. Еще меч возьмем. Да, он деревянный, но в принципе нам пригодится. Так, заходим. Давайте посмотрим сокровища. Открываем. Так, опа, есть. Ух ты, с первого раза. О, нифига, сбросил все, полностью. А так разве можно? Он сбросил полностью все ключи. Офигеть. Так, а если с этого? Так, раз. Ух ты. Смотри, как сложно стало. Почему? Оп, 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 оп. Нифига себе, я попасть не могу. Офигеть. Есть первый. Так, второй. Нет, смотри, это нереально попасть. Почему они так быстро стали? Так. Есть. Нифига, я не могу попасть в замки. Один есть. Так, сейчас второй. Ой. Так, есть. Так. Да ладно, ладно, подожди, этот сундук. Так будем играть. А что, будем просто играть, да и все. Потом мы его откроем. Так, а мы прошли? Это новый же, да, уровень? Так, новый, хорошо. Так, кабанчик сюда, быстренько. Так. Огонь. Защита. Нифига себе, как сложно замок этот сундук-то. Ох, нифига, какой монстр. Сейчас мы тебя кабанчика. Угу. Нифига себе, какой скелет с каким топором мощным. Так, огонь. Шапку сейчас заберем. Ух ты, шапку и жезл. Хорошо. Так, сделаем сейчас защиту срочно. Оп. Так, ну в защите не все равно ее почему-то мочит. Я не знаю, защита какая-то слабая. Так. Так, так, так. Есть, шапочку еще берем. И сейчас мы сделаем огонь. Да, видишь, здесь этот ужасный опять паук. Блин, давай, сейчас кабаном его немножечко попробуем. Вот, все, забили. Следующий. Тоже паук. Принц. Убили нашего рыцаря уже так быстро. Так, ну сейчас попробуем. Сейчас попробуем поджарить нашего паука. А, быстренько кабанчика. Все, выиграли, победа. Супер, супер, супер. Так, сейчас зайдем, посмотрим. Арсенал. Так, так, так. Что у нас здесь? А, шляпы сейчас соберем. А, ну в принципе все. Мы ничего нового не собрали. Итак, жезлы. Так. Так, тоже пока мы ничего не собрали. Так, давай попробуем еще раз сундук. Сундук открыть, не знаю, получится, нет. Что-то вообще как-то, ну не знаю. Так, есть. Нет, смотри. Не знаю. Ну вот, вот оно, как бы подходит ключ. Я нажимаю, и он не получается у меня. О, есть, давай, третий, попробуй, давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, нет, нифига. Ну ладно, дорогие друзья, тогда до новых встреч, до завтра. Всем пока-пока.